В областной филармонии украинская мова и украинские песни слышны даже в вестибюле. В финальном гала-концерте Шевченковского марта принимают участие коллективы города, области и соседних регионов. Все те, кто любит, чтит и хранит культуру украинского народа. У меня и муж украинец, у меня и считает мать его украинцы, бабушка, которая у нас вот тоже, она у нас чистокровная хохлушка. Поэтому для меня это история, для меня это жизнь наша. Мы уже как-то вот без украинской песни, без Украины мы уже не можем. Торжества, посвященные Кобзарю Шевченко, в этом году прошли в Оренбурге уже в 37-й раз. Концерты, выставки, литературные чтения Тарас Григорьевич точно оценил бы. А пока такому почету к писателю в отдаленном Оренбургском крае поразился украинский консул. Понимать, что ты находишься более чем в 2000 километров от Украины, и видеть столько людей, которые понимают, любят, ценят украинскую культуру, украинский язык, это многого стоит. Спасибо вам большое. Ласково просим на сцену, где свое мастерство показывают лучшие коллективы. Причем состоят они зачастую не только из украинцев. Здесь и русские, и чуваши, и белорусы. Впрочем, такой интернационал в Оренбурге никого не удивляет. В краю, где дружно проживают более 100 национальностей, к каждой культуре относятся с уважением. Мы были, есть и будем вместе, что бы ни происходило. Тем более, что в нашей национальной Оренбургской области проживает почти 50 тысяч украинцев. Мы живем в мире, в согласии. Месячный шевченковский марафон финишировал, а уже в следующем году в Оренбург вновь придет март с украинским акцентом. Виталий Сапожников, Виктор Горшенев. Наше время.